Попался за тренировку дважды? Тогда вам в суд. После того, как административный кодекс запретил сотрудникам ГИБДД снимать государственный регистрационный номер, водители тонированных авто почувствовали себя, мягко говоря, безнаказанными. Большинство отделывались штрафом и не удаляли со стекол тонирующую пленку. Теперь инспекторы будут действовать по-другому. При выявлении нарушения, то есть тонировки передних стекол автомашины, которые не соответствуют техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, они будут водителя либо просить снять тонировку, либо в противном случае будет выписано предписание об устранении выявленных недостатков, так как в этом случае эксплуатация автомашины запрещена. Если вы не снимаете с пленку, не устраняете на месте, вот можете ознакомиться с требованием. Я буду выпишу это требование, что вам дается 10 дней на устранение. И после этого останавливаются с пленкой. Следующий уже будет материал рассматриваться вместе с вами в суде. Вы поедете в суд. Одним словом, если водитель в течение 10 дней со дня первого нарушения не удалит пленку и встретится с инспектором вновь, он будет привлечен к ответственности. Дело будет рассматривать уже мировой суд.